Ох, наконец-то мы дождались. Тетя Оля с дядей Юрой. Кстати, дядя Юра, у меня миллион вопросов было в директ после дня рождения юбилея. Это что такое? Раскройте секрет вообще вашей молодости. Я говорю, позже, да, ведь позже все раскроем, позже. А все раскроем. да, а сейчас мы хотим попробовать впервые в жизни коньяк, да? Вот посоветуйте, такое нам лучше или вот такое вот лучше? Какой? Или никакой? Нет, для детей, как бы, моего года рождения. Или вот Секунду. Этот. Ты сейчас всем просто сказал, Леш, какого года ты рождения? Похоже, и мне Леша подарили... через год подарили еще раз такую же. Леша подарили есть, коньяк. Люди, у меня есть вот такой мы впервые... Мы будем, по сути, пробовать Лешу сегодня. Доброе утро и добрый день уже. Сегодня у нас на обед. На обед у нас супик. Куриный. Как в столовой. 5 тарелочек. А у вас что? Не теряйте меня, у нас в гостях родственники, и у нас такой мини, как это сказать, мини, год как нет с нами бабушки, моей бабушки с дедушкой мы ездили, по этому случаю они приехали, мы ездили на кладбище принимать памятник, такой, знаете, настоящий, гранитный, красивый, вот пока немножко в таких событиях, в таких хлопотах, Сашка. Скоро вернусь. Не теряйте. У нас сегодня на улице целый день дождь. И мы решили поваляться, да? Зеваем. Глазки так и не прошли. Покажи глазки. Глазки покажи. Мы сегодня в одной цветовой гамме с ним. И именно вот таких смс вчера пришло просто очень, очень много. Я даже сначала удивилась, думаю, как? Я сначала подумала, что у меня как будто бы нельзя. Нельзя кусаться. Что у меня? Конечно, нельзя кусаться, так можно массажик. Поделай маме массажик, поделай. Что у меня все как будто бы подписчики с Украины. Думаю, как? Как это возможно? Очень многие захотели. Пишите, Юля, пишите адрес, мы вам пришлем. Спасибо, мои дорогие, я так радуюсь. Я прям хвасталась сегодня все утро, что у меня есть вы.